Дорожная разметка, действительно выглядящая как зебра, появилась около парка флоры и фауны Роев-Ручей. Идея принадлежит одной из красноярских компаний, которая курирует живых зебр в зоопарке. По словам авторов, это не только улучшит настроение гостям и повеселит детей. Такой графический каламбур сделает пешеходный переход более заметным, а значит привлечет внимание к правилам дорожного движения. Продержаться изображение на дороге должно как минимум год. Мы можем использовать только территорию тротуара, то есть мы не можем саму разметку изменять, поскольку есть четкий ГОСТ на это. Поэтому мы берем вот эту территорию тротуара и там пририсовываем к разметке зебры заднюю часть зебры и голову зебры и копытца.